Движение транспорта по улице Советской откроют 10 декабря. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора департамента транспорта Евгений Исаков на аппаратном совещании в правительстве города. Он отметил, что основные работы по укладке асфальта завершены. Строители выполнили понижение бордюра на необходимых участках и установили ограничительные столбы, чтобы водители не парковали машины на тротуаре. Водители зачастую заезжают на тротуары, и что препятствует движению пешеходов. А понижение там до уровня прямо? Все понижения делаются, сделаны. В готовности объекта к сдаче усомнился заместитель губернатора Денис Солодовников. Он обратил внимание руководителя департамента транспорта, что не завершены работы по высадке деревьев. Евгений Александрович, у вас не до конца там верная информация относительно того, что все готово и завтра собираетесь закончить. Грунты там не отсыпаны до сих пор. Я сомневаюсь, что их за сегодня успеют сделать. И все, что касается посадки деревьев, тоже я вам советую лично проверить, съездить этих компенсационных. Эта работа тоже не закончена. Евгений Исаков пояснил, что задержки с посадкой деревьев обусловлены выбором породы. Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев напомнил чиновнику, что деревья должны быть крупномерами. Определено, проектом предусматривается высадка деревьев с диаметром кроны 2 метра. То есть это трех-пятилетние растения. Это я не такой еще пока крупный специалист. Хотелось бы визуально посмотреть перед тем, как окончательно, так сказать, это будет закуплено и привезено туда.